Hey, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Неркин, и добро пожаловать на новое видео. Как видите, сегодня я в главном меню Майнкрафта, и это неспроста. Я зашел через пиратский лаунчер Майнкрафта, создал какой-то себе никнейм, какой-то непонятный, просто выдуманный, и зайду, зарегистрируюсь по новому аккаунту на своем сервере, куплю перед вами ключи на своем также сайте, где покупают ключи от Бумкейса, и также проверю, накручивают ли, обманывают на моем сервере или же нет. Если вам это все интересно, то вы можете остаться, досмотреть до конца, потому что в конце я вам оставлю приятный бонус в виде 10 ключиков от Бумкейса на этом же аккаунте. Тот, кто успеет первый зайти, тот и схавал. Так что поставьте здесь лайк, погнали! Сегодня порекомендую крутого чувака, его зовут Купидончик. На его канале вы найдете множество разных туториалов по таким видео, как сделать крутую шапку для YouTube, как сделать крутое превью, как начать стрим и тому подобное. Так что, если вы этого не знаете, то можете перейти по ссылке в описании и также нажать на кнопочку на экране и перейти подписаться и поставить лайк, вы узнаете много всего. Хорошо, я в Майнкрафт мультиплеер, вот мой сервер Бумкрафт, заходим на нем, и давайте-ка мы на нем зарегистрируемся. Рек, пароль я, наверное, замажу, чтобы вы досмотрели до конца этот видеоролик. Отлично, и я зашел на сервер Бумкрафт, все хорошо, я на спавне, все хорошо. Мой никнейм, как видите, где мой никнейм, где он пишется? Черт, я не знаю, Legacy 07, как видите, у меня никнейм, здесь никто не был под таким никнеймом, так что это мой первый аккаунт. И сейчас мы переходим на сайт, смотри, что этот Нерхи на меня смотрит, Что ты на меня смотришь, чувак? Что ты на меня смотришь? Хорошо. И мы сейчас с вами зайдем на наш сайт и купим там 10 ключей. Хорошо, мы на сайте boommc.ru. Я ввел мой никнейм Legacy 07. Выбираем товары. Я куплю сразу по скидке ключ от Бумкейса с донатом. 10 штук дешевле, 70 рублей. Это вообще мизерное количество. Способ оплаты UnitPay. Пока что ни скидочных купонов нет. Пока что нажимаем купить. И сейчас мы перейдем на какой-то сайт. Да, WebMoney выбираем. R, кошельки WebMoney. Так, оплатить. Хорошо, хорошо, посмотрим. Мы подправляемся на WebMoney. Так, я, понятное дело, все скрою, чтобы вы не видели. Все отлично. Получаем код. И я получаю код. Сейчас мне придет на мой телефончик код. Ну, давай, 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 дружище, покажи мне свой кодик. Хорошо, платеж подтвердился. Вернуться на сайт продавца. 70 рублей мы закинули. Сейчас должны мне мой аккаунт прийти 70 рублей. Чек. Вот видите, спасибо за оплату в магазин. Отлично. И все, оплата завершена. Спасибо за покупку. Группа будет выдана в ближайшую минуту. Хорошо, сейчас перейдем мы на наш Майнкрафт, посмотрим, дали нам ключи или же не дали. Отлично, вы получили успешно 10 из ключей от Вайнкейса. Чего? Это Бумкейс, ладно, ничего, отлично. Вот ключи от Бумкейса с донатом, у нас 10 штук есть. И также после этого ролика я вам оставлю пароль и также никнейм, чтобы вы зашли. И там будут 10 ключей от Бумкейса. Это будет круто, потому что теперь я буду делать вот такие опенкейсы у себя на странице. Legacy 0, у меня даже какой-то скин есть? Нет, у меня нет, к сожалению, скина. Понятное дело, потому что нет такого, наверное, никнейма в Майнкрафте. И вы сможете поиграть, и каждый раз я буду оставлять после опенкейса вот 10 ключей для вас, чтобы вы смогли поиграть и открывать себе кейсы. Ну-ка, давайте посмотрим. Я купил 10 ключей. И давайте откроем. У нас есть здесь 3 кейса, которые открываются вот там и вот там. Я вам скажу по чесноку, когда я открывал, вот за Неркином там больше везет. Ну, мы давайте посмотрим. У нас есть 10 ключей. Давайте 3 вот здесь откроем. Посмотрим, что у нас здесь выпадет. Мне вот это уже интересно, потому что я не хочу, чтобы вы смотрели, чтобы вы думали: «Эй, Неркин, ты накручиваешь, накручиваешь». Так, абонемент на 30 дней. 30 дней, друзья. Вы прикидываете, 30 дней вы можете играть в моем мире вместе со мной. Там есть. Снимаю его, между прочим, так-то. И я вам так скажу, что я просто подумаю, что мои администраторы меня накручивают, когда я открываю свои кейсы. Так, абонемент на один день, теперь у меня есть 31 день. Отлично, и 2 кейса мы уже открыли. И теперь вот я хочу проверить, накручивают или нет, обманывают ли вас или не обманывают. Хорошо, я получил креатив. Да, отлично, шикарный креатив. И что я смогу получить, и как мне его ввести, если не ошибаюсь, креативы. Нет, почему-то не могу использовать свой креатив, потому что мне, наверное, нужно перезайти на сервер, тогда я смогу его открыть. Хорошо, 3 ключа, точнее, включить. 3 ключа мы уже открыли, вот стоит за Кветроем, это мой администратор. Теперь пойдем открывать кейсы вот за Неркином, потому что мне там больше всего везет. Давайте-ка мы с вами их откроем и посмотрим, что нам выпадет вот здесь. Мне уже интересно, опять же таки, креатив нам выпал. Хорошо, креатив это тоже хорошо, то есть ничего страшного, креатив у нас тоже есть уже. Но давайте посмотрим, потому что креатив стоит 25 рублей, а на сам
там 10 на 10 ключей я потратил всего лишь 70 рублей. Это не очень много. Креатив, опять же, таки у нас получился. Ну, давайте, еще один. Я хочу какой-то статус себе. Какой-то офигеннейший статус, потому что мне вот это очень и очень хочется уже получить. Так, опять же таки, абонемент на 30 дней. У меня уже 61 день есть, то есть как бы 2 месяца. Хорошо, и теперь открываем за этим чуваком, это скелет или что-то такое. Понятное дело, что мы открываем его вот здесь, и что нам выпадет, мне уже интересно. Ну-ка, давай, Неркин, посмотрим, что там и как. Статус премиум, да, детка, пошли вы все, я счастливчик. Премиум, 70 рублей, друзья. То есть мы с вами окупились вообще, потому что премиум, мы имеем креатив. Также можно посмотреть все функции креатива вот здесь, нажать на квадрон этого розового чувака, нажать донат скидки, и также вот здесь премиум. Что мы можем? Возможности VIP, как видите, вот здесь, и также возможности такие как префикс премиум, три точки дома, фейерверки, кит воин и доступно 5 приватов. Отлично, посмотрим, что у нас здесь есть дальше. Мы открывали с этим чуваком, теперь мне идет вот за этим чуваком. Хорошо, и откроем все остальные кейсики вот здесь. Что у нас выпадет? Нам выпадет что-то еще крутое. Это премиум, опять-таки премиум, ну хорошо. То есть мы открыли 2 раза премиум, отлично, у нас есть двойной премиум, так сказать. Ну-ка, хорошо, что у нас здесь есть? Ну, смотрим. Ну, давай, опять-таки премиум нам выпал. То есть 3 раза подряд нам выпадает премиум. И последний ключик, друзья. Открываем и получаем. То есть мы окупились полностью. Это уже что-то. Ну-ка, давай. Опять-таки абонемент на 30 дней. То есть как бы, друзья, мы получили с вами 90 дней. То есть 91 день, то есть 3 месяца вы можете играть на моем мире. Это первое. То есть мой мир, интересно, сколько стоит мой мир? Донат, скидки, также мир на 30 дней. 120 рублей, друзья. Мы с вами окупились на очень-очень много. То есть 120 рублей плюс 120 рублей плюс 120 рублей. Это сколько? Это 360 рублей. И там еще один день нам выпал. Давайте посмотрим. Донат на один день. Ну-ка, это 30. То есть как бы 160, 100, почти 390 рублей, друзья. 390 рублей. И нам выпало 3 премиума. 3 премиума, друзья. Это, в принципе, сколько? По 70 рублей. То есть 3 на 4, 3 на 7, это 21. Господи, мы с вами окупились почти на 500 рублей. То есть как бы мы на 500 рублей в плюсе, а мы потратили всего лишь 70 рублей. Так что, друзья, я оставляю на этом аккаунте. Сейчас я с вами вместе с вами перехожу, опять же таки, на свой сайт. И там мы с вами, друзья, будем покупать еще 10 ключей. Я также оставлю пароль и логин на этот аккаунт в описании, чтобы вы смогли зайти и пооткрывать. То есть, как бы, кто успел, тот и съел. Страницу я не обновлял, мне до сих пор стоит оплата завершена. Спасибо за покупку. Хорошо, опять же таки, вводим наш никнейм. Это Legacy 07. Хорошо, выбираем товар, опять же таки, ключ на бумкейс с донатом 10 штук. Хорошо, Unit Pay, купить и посмотрим, что же и так. Опять же таки, нажимаем на WebMoney.ru. Опять же таки, 70 рублей, оплатить. Ну-ка, давай, я опять же таки, все-таки тут замажу, понятное дело, чтобы вам ничего не было видно. И получаем код бесплатно. И что у нас? А, у меня осталось 80 рублей на кошельке. Что? Это уже мало, но все равно я для вас стараюсь, так что, друзья, это все специально для вас. Ну-ка, 5, 5, 8, 2, 2, 5, 6 код у нас. Ну, это, в принципе, единоразовый код, так что вы не сможете ничего сделать с ним. Вернуться на сайт продавца. Так, номер платежа, чек, спасибо за оплату, оплата успешно сделана. Ну-ка, открываем наш Майнкрафт. И отлично, я получил 30 баксов. А, нет, стоп. Вы успешно... Вы получили ключ удачного открытия, отлично. Вы получили 30 баксов за 10 минут на игры на нашем сервере. Воу, круто. И, опять же таки, 10 ключей от бумкейса с донатом остаются вот здесь. Кто успеет, тот, кто успел, тот и съел. Так что, друзья, кто успеет первый открыть эти кейсы, напишите в комментариях, кто успел, потому что мне вот очень интересно. И напишите, что вам выпало. Также вы получаете бесплатно себе аккаунт с премиум и также креативом. Так что, друзья, я вас всех очень сильно люблю, всех целую. Всем до скорых встреч. Так что я вообще проверил, что на моем сервере не обманывают. Это меня очень-очень радует, так что вы можете получить много всего. И также для вас у меня есть небольшой подарочек. Я буду устраивать такие вот open кейсы побольше. Если вы хотите, то поставьте лайк и напишите в комментариях, хотите ли вы такие open кейсы на моем сервере, чтобы я оставлял для вас какие-то подарочки. Если нет, то ставьте лайк, если нет, то ставьте дизлайки или напишите мне в комментариях об этом. Всех вас очень сильно люблю, всех целую, всем пока.